Итак, девушки, 10-й раунд. Последний, 10-й раунд. А это значит, что я должен вас предупредить а еще о одном правиле клуба. Оно называется «Одна за всех». Это значит, в последнем раунде команда имеет право оставить одного игрока за столом. И если этот игрок ответит на супер вопрос, то команда получает 10 баллов и автоматически попадает в финал нашей игры. Если команда, то есть игрок, отвечает неправильно, счет становится 0 баллов. И вы лишаетесь всех шансов на финал. Я даю вам 10 секунд на обдумывание. Время пошло. Все прекрасно думают, все отлично сегодня отвечают, но больше всего правильных ответов у меня и у Вали. Я, честно говоря, даже не знаю. Валь, честно, вопросы немножечко не в моей плоскости. Как-то мне сложновато. Барби, я... Спасибо! Это такой комплимент. Кузнецы все знают о Барби, честно. Ну, я готова взять эту ответственность, но это большой риск в то же время. А мне нужна будет, конечно, поддержка, но... Нюнечка, мы тебя поддержим, я думаю, итак, что... Итак, Даша Трегубова, ваше решение? Я думаю, что сегодня Валя, куй. Валентина сегодня буду останется. Ковать. Счастье для всей нашей команды. Гулять так гулять. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И прекрасно, мы играем «Одна за всех». У-у-у, Валя! А сейчас, спасибо, внимание. Я прошу команду покинуть игровой стол. Остается только Валентина Дударева. Я прошу помощника Михаила вынести супер вопрос. Итак, внимание. Не будем к женщинам строги. Способность размышлять глобально относится к длине ноги обратно пропорционально. Так что не обессудьте. Я желаю вам удачи. Спасибо. А вас, Михаил, я попросил бы остаться и наблюдать за порядком в зале. Итак, внимание, я задаю супер вопрос. Максимальная тишина в студии. В итальянских театрах в прошлом успешно работали группы наемных хлопальщиков. Они должны были аплодировать артистам, причем в то время, которое им заранее указало начальство. Кандидатам в хлопальщики предъявлялось два требования. Первое – это широкие ладони. И второе – чего же не должно быть у хлопальщиков, согласно второму требованию? Минута. Я могу вслух размышлять, да? Да. Ну, я думаю, что этот хлопальщик, он должен был заряжать аудиторию на какие-то на эмоции, на всплески. Не-не-не, я просто мысли вслух. Вы размышляете, окей. Думаю, я как варианты предлагаю. Я напоминаю о тишине и порядке. Был хорошо услышан. При этом он должен быть естественным. Ну, в общем, у меня готов ответ. У вас есть 15 секунд еще. А, еще 15 секунд. Алена Разумная, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, сдерживайте эмоции. Время. Время вышло. Хорошо. Это прощальное письмо. Итак, Валентина. Я писала наследство. Стоит ли мне повторить вопрос? Конечно, стоит. Кандидатам в хлопальщики предъявлялось два требования. Первое – это широкие ладони. А чего не должно быть у хлопальщиков, согласно второму требованию? Итак, Валентина, ваш ответ. Чего не должно быть? Я посчитала, что у него не должно быть
вызывающего внешнего вида. Он должен раствориться в толпе, при этом он должен инициировать аплодисменты. Вот. Не Я должно принимаю быть... ваш ответ. Да. А теперь внимание. Так страшно, если честно, ужасно. Правильный ответ. Ну ладно, давайте. Хлопальщики должны были не забывать о необходимости хлопать. Для этого, чтобы не заслушиваться музыкой, у них не должно было быть музыкального слуха. Да, музыкального слуха. Хороший вопрос. И вы проигрываете эту игру. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но я прошу весь клуб аплодировать Валентине и команде Даши Трегубовой за мужество стоя. Поскольку все стоят, то встану и я. Умничка, молодцы. Да, музыкального слуха. Друзья мои, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это правда, как сказала Валентина. Шампанское в студии. Вы прекрасно играли. Это чудесная игра.